широко. Когда дождь, тогда она скользкая. Когда дождь, там грязь образуется. Просто если ехать рядом с тропинкой, там могут быть ямы, которые собаки вывезут. Если ты обратишь внимание, катись, катись. Ты увидишь эти ямы. Ноги съехали, да, поправимся? Да. Давай. Вот почему шиповать надо педали, чтобы ноги не съезжали. Да, ну и переставлять будет неудобно. Ну, когда да? Ты далечо. Да. А то, когда я на твоем мотоцикле раньше ехал, было такое, я такой пытаюсь ногу подвинуть, подняла ногу, попробую, такой, нет, я зацепился. Тащи, тащи. Ничего себе, милосердие! Да, загадай желание. Давай сюда. Шатается? Да. Скрипит так, как будто сейчас болтает туда выйдет. Нет, это просто смазки там нету, поэтому вот железо об железо трется, это скрип и скрежет. Покажи ну, теперь так. Сейчас, 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 погоди, да, я тебя щелкну. Будет на монтаже, типа я удочку держу и отрезать пол луны. Да. Конечно, тут пейзаж не такой красивый. Я тоже красивый, посмотри, дуду какие. Нет, для меня красиво, когда пейзаж чистая поле и солнце. И дорога идет. Сейчас обратно прокатимся. Давай. Желуди здесь все поймаем. Да. Здесь маловато, конечно. Знаешь, где их больше? Давай назад. Назад. Куда проедем? До конца? И назад. Я не хочу, чтобы лучше здесь. Хорошо, хорошо. Тогда разворот, да? Люблю, когда все это детей. Быстро едем.
на нас даже троллейбус смотрел. Давай вперед. Ну это не удивительно, что они. Тащи, 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 тащи. Буду были разрешить. Их мало. Они в красной книжке. В нашей красной книжке, мы берега. Дальше поедем? Да. Тащи, давай по тропинке, как тебе нравится. А то сбоку от тропинки могут быть там собачьи ямы. Давай. Желудевое сафари.
по большому кругу. Так, ближе. Сейчас направо.